Всем привет! Сегодня будем готовить сочный свиной эскалоп на сухой сковороде. Это хорошая альтернатива шашлыку в домашних условиях. Особенность этого рецепта не только в самом процессе жарки, но и в том, что мясо не нужно отбивать. Все делается легко и быстро, а получается очень вкусно, ничем не хуже, чем шашлык. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем свиной эскалоп. Это корейка, нарезанная поперек волокон на куски толщиной около сантиметра. Промакиваем его с двух сторон бумажными салфетками. А затем делаем острым ножом насечки в виде сеточки. Как с одной, так и с другой стороны. Подготовленное мясо посыпаем хмели-сунели, черным молотым перцем и хорошо втираем специи в каждый кусок. Переворачиваем и повторяем такую же процедуру. Обращаю ваше внимание, солить при этом не надо. Затем смазываем каждый кусок мяса подсолнечным маслом. Делаем это с обеих сторон. И даем мясу отдохнуть, пропитаться специями минут 10. Дальше разогреваем сковороду, высыпаем туда соль, распределяем ее по всей плоскости и приступаем к обжариванию эскалопа. Выкладываем мясо сверху на соль так, чтобы куски не соприкасались друг с другом. И жарим до золотистой корочки сначала с одной стороны минут 5, затем переворачиваем и жарим до такой же аппетитной корочки с другой стороны, тоже примерно 5 минут. Огонь все время выше среднего. Температура готового эскалопа должна быть 75-80 градусов. Снимаем мясо со сковороды. Поливаем свежевыжатым лимонным соком. Украшаем по своему усмотрению и подаем к столу. Вот и все. Сочный и вкусный эскалоп из свинины готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.